Всем приятной жизни, это Штык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Давайте в героическом режиме попробуем победить этого, как он там, лорд Виктор Нефарий. Как он там правильно? Лорд Виктор Нефарий, ну да. И Нефариан. Нефариан. Добро пожаловать в мою резиденцию. Твои Вайширский оракул, это хорошо. Я должен защитить природу. Так, вот это убираем. Вайширского мы оставим. Семена, да что ж такой дроп вообще никакой. Нам как бы друидам что хорошо, то что мы разгоняться ж можем. О, озарение. Можем, кстати, уже разогнаться, в принципе, или не стоит. Ладно, давайте. Попытка не пытка, пытка не шмитка. О, вестник Рок пришел. Это, кстати, очень даже хорошо. Познай истинную силу Нефариана. Бесконечная мана. Бронированная чешуя. Так, ну я думаю, ставить нам вестника Рока пока смысла особого нет. Дикая природа. Теперь подвластно мне, друид. Да, да, сейчас ты карту только спали. А, не пали. Блин, да. Почему именно так все? И еще и вот так. Да какая нафиг монетка? Еще коготь! Ты там чё? Вообще баба. Ну похоже, тебе не помешает помощь, герой. О, шесть. Нет! Нет! Я тебя уничтожу! Так, ладно, надеюсь, он сейчас что-то толстое сыграет, с помощью чего я смогу заремувалить его. Ну, пойдет, в принципе. Не такое уж оно и толстое. Слуги уничтожат тебя, крыло тьмы. В героическом режиме это не пройдет. Я должен защитить эту землю. Хватит мои заклинания фигачить. Удар хвостом, 4 единицы урона. О, нормально, сейчас мы его заремувалим. Вот этой штуковиной. Должен защитить. Наводим карту. 15. Ну нормально, нормально. Мы его плавно ведем к усталости. При этом у нас захильчики так-то есть. Нормально, нормально. Захильчики так-то у нас есть. Блин, еще одно вулканическое. Ладно, поставлю пока хилера себе. 10 карт. Гнев. Да шо ж у тебя прям один к одному выпадают заклинания, которые нужны. Интересно, а как он будет играть? Будет ли он убивать вестника? Это глупо. Да, он стал убивать вестника. Так, посмотрим, чего дальше будет. Ну, это пытаться. Я служу крылу тьмы. Зараза, а?
времени на них. Во имя природы. Цицицаца-пуцаца. Ай, сила дикой! О, мне сейчас что-то даст. Да ну хватит спамить, а! Никто не должен выжить. И тебя починим. Так, вот сейчас главное, чтобы он не убил мое дерево. А, ну он его убьет, скотина. Ну блин, ну... Ну, не надо так. Ну это просто, это нереально, ребята. Смерть самозванца. Хватит уже кастовать так сильно. А, дикий рев, да ж откуда ж ты берешься? Ненавижу. Ну откуда ж ты? Главное, сам не даю. Свежий воздух. О, животик Бобо, это хорошо. Так, 4 карты у него осталось. 4. Опять волна огня. Это вот такая по счету. Привет, ты... Ты не видишь, что я играю, что ли? Какую овцу из обилки я не совсем понял. Ну, так, ну у нас таун там прикрыт килтузад. Это как бы очень даже неплохо. А это тоже хорошо, это хороший каст. Я служу крылу тьмы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да ну нафиг! ГГ, да иди ты со своим ГГ знаешь куда. Бан, в жопе у тебя ГГ, блин. Я тебе твою ГГ. Блин, вообще я неправильно сыграл. ГГ. Вот тупая. Ну вот тут скорее всего ГГ. Спасибо тебе. Я здесь главный. За крыло тьмы! Моя работа крайне важна. Отстань!
природы. Дракона. О, кого? Таунта, Таунта, пожалуйста, любого Таунта. Конец близок. Конец близок. Начинаю бой. Так, укус это плохо. Вот сейчас он нас пробьет. Нет, не пробьет. Что с ним? Конец близок. Начинаю бой. Имя природы. Моли о пощаде. Слушайте, ребят, я не знаю, что происходит, но... Неплохо. Я здесь главный. Так, ну у него карт уже мало остается, у меня тоже мало карт. Проблема в том, что он берет каждый ход карту, но его еще и каждый ход это дубасит. Усталость, а меня пока нет. Давайте ему добавим усталости. Скоро кончатся карты. Имя природы. Да, Милдруид, короче, тащит. Нормально. Нормально. Тащим, тащим, ёптить. Ай, укус плохо. Укус плохо. Шакалака. Лунный огонь. Замечательное заклинание. Еще и убил кого-то. Ядовитые семена. Да ты забавил. А, целебно это, господи. Неплохо сыграно. Я здесь главный. Жмотин. Так, все, походу приплыл он. Запускаю обнимашки. Как-то так, короче. Я не знаю, почему он тогда не бил. Вообще, эта тема, вот, ребята, ну, вот я вам сейчас покажу колоду, да? Ну, вот, с
самый главный чувак это Кел'Тузад. Смысл в том, он почему не бьет. У них, у этих ботов, есть такая фишка, что когда Кел'Тузад спрятан за таунтом, они почему-то не бьют таунта. Я не знаю почему. Но вот у некоторых я уже такое встречал. На самом деле, этой колодой можно победить и, ну, по-нормальному. Вот, она рабочая, так что можете ее взять и попробовать ей подраться. На мой взгляд, против него она должна работать. Ну, то есть тут, смотрите, у вас вначале есть ремувальчики, да, там, вестник рока, близость к природе, всякие вейширские, вы его кормите картами, догоняете до усталости. На самом деле, еще очень круто, я вот думал, крафтить или не крафтить, малорн. У меня нет малорна. Ну, я потом подумал, я его хотел, на самом деле, скрафтить одно время. Но вот он так себе карта, но против вот этого чувака... Предсмертный хрип замешиваешь, и как бы он вас от усталости еще подольше будет спасать. Вот этот малорн. Так что еще его можете взять себе в колоду. Ну, смысл в чем? Вот на друида мне нравится. Я в последнее время полюбил мил друида. Вот всякие темы типа мил друида, они, короче, должны срабатывать. Да, еще хромагус. Я так и не увидел, как она работает. Взял специально, чтобы посмотреть, как работает эта карта. Вот, каждый раз, когда вы берете карту, вы кладете себе в руку ее копии, но она мне последней пришла, и у меня дальше пошла усталость, и он ее как-то убил, а, он в семена и превратил, вот, целебным, или как она называется, ядовитыми семенами, так что не получилось мне посмотреть, вот, но смысл в том, можете взять эту колоду, нет, я бы добавил, например, вместо, ну кого, вот одного дерева можно, например, заменить на того же Малорна. Или там еще что-нибудь. Ну, в принципе, там Латхиба можно заменить. Там много чего можно заменить на Малорна. Вот, ладно, все. Всем большое спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.